Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас из музыкального дома Альфреда Шнитке Московского государственного института музыки имени Шнитке на фестивале «Люблю домру». Этот фестиваль родился внутри Всероссийского форума домристов и стал его неотъемлемой частью. В этом году фестиваль проводится во второй раз, и, как и прежде, он посвящен искусству домристов. На этом фестивале также прозвучат премьеры новой музыки для домры, также прозвучат новые транскрипции для домры, будет много хороших, ярких исполнителей и различной прекрасной музыки, написанной для нашего инструмента. Второй концерт фестиваля – это концерт-презентация новой музыки для домры и фортепиано Михаила Бронера. Специально для проекта создан большой альбом музыкальных пьес «День за днем». И я передаю слово композитору. Сочинение «День за днем» написано по просьбе замечательного музыканта, домристки Кристины Шарабидзе. Эта работа заняла у нас несколько лет. Начиналась она с маленьких пьесок для, как нам казалось, совсем мелких детей. В результате мы написали большой сборник, как нам кажется, музыки, ну, все-таки для невзрослых исполнителей. Это могут быть дети музыкальных школ, это могут быть дети из колледжей. Нам показалось, что этот репертуар будет интересен для молодых людей. Вот в процессе работы я думаю, что моей замечательной компаньонше неоднократно хотелось композитора убить. Работа была длинная, сложная. Бедная Кристина ставила пальчики. Все эти ноты существуют в ее исполнительской редакции. Когда-то мы ругались по поводу фактуры. В общем, это оказалась очень серьезная работа, и очень она заняла много времени. Ну вот теперь она закончена, и нам бы хотелось ее вам показать. Итак, вы услышите сочинение, которое называется «День за днем». Это цикл пьес для домры и фортепиано. Спасибо.
Thank you.
Thank you.